автоматическое сообщение. Станции 4А, 4С, 4Е и 4Д уничтожены. Низкая околоземная орбита представляет угрозу для жизни. Немедленно переходите на низкие орбиты захоронения между 600 и 1000 километров. Используйте непарболические орбиты перехода. Если вам позволяет топливо, покиньте Солнечную систему. СО-2, что у вас с Z-8? Видим. Наземная цель. Без опознавательных. Возможно, противник. Ионизирующим 400. Держите. Залп готов. Пока держите. Держу. 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 Стоп, это наши. Отмена, отмена. Есть отмена. Наши. Сейчас. Имиджер показывает подвижный полевой госпиталь. Скорая помощь? Да, машина скорой помощи. Судя по вектору, движется в Z-9. Вас понял. Передайте ее контролю. Передаю. Маркер на 216. А-216. Через 40 секунд вы будете с Z-8. Это зона боевых действий. Выключите вторичную РЛС. Сохраняйте радиомолчание. Держите открытый борт землю. Как поняли? 216-я поняла радиомолчание. Держу борт землю, Заря. Вторичная РЛС выключена. Радиомолчание. Лазерный нисходящий канал активирован. Пассивное сканирование. Протоколы объединенных войск. Проведено микроинвазивное нанохирургическое вмешательство. Внутреннее кровотечение остановлено. Тихо. Состояние пациента крайне тяжелое. Родной, терпи. Энтони Джеймс Кинг какой-то. Тони. Но нам нельзя разговаривать. Он в командовании. Важно. Ответь. Хорошо. Голосовое соединение невозможно. Требуется оборудование для Чинг-сессии. Это Чинг. Заря? На борту нет оборудования для декодирования Чинг-сигнала. Я могу перенаправить поступающий нейросигнал на тело-заместитель. Что? Она говорит, подключи через меня. Юра, это невозможно. Используй меня как передатчик. Юра, это опасно. Подключай. Хорошо. Я примерно в 1000 километров над вами и вижу, как вы на полном ходу въезжаете в сектор Z-9. Через 14 минут сектор Z-9 попадет под орбитальную бомбардировку. Передайте это Юре и немедленно меняйте курс. Не могу. Машин на автопилоте у нас нет, водителя, я не знаю, что делать. Вас понял. Попробую помочь с орбитой. Я могу выключить Чинг? Так, подождите, мне приходят новые данные. Черт. Вы скоро? Мне приходят новые вводные. Послушайте, мне нужно отключаться. Юра тяжело ранен. Нет, это вы меня послушайте. Если вы не поменяете курс, то оба погибнете. Они используют гиперзвуковые кинетические снаряды. Хорошо, я поняла. Жду.
с резкой отрицательной динамикой. Черт. Юра. Жизнеугрожающие нарушения. Юра, ты слышишь меня? Юра! Юра, ты меня слышишь? Юра! Ассистент. Господи. Держись. Я перезвоню. Не выйдет. Почему? 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 Командование уничтожено. Я на низкой околоземной орбите. У меня в легких противопереносочный гель, так что я не могу говорить. И звоню через Чинг. По протоколу меня должны подобрать спасатели, но и спасателей больше нет. Кислород закончится через 20-30 минут. Я уйду за радиогоризонт через 4 минуты. И обратно я уже не вернусь. Массаж сердца неэффективен. Я отключаюсь. Конечно. Держитесь. Юра. Нет, Юра. Восстановление сердечного ритма невозможно. Нет, нет, нет. Нет. Пациент Юрий Летов. Время смерти 23:50. 15 января 2049 года. Нет. Нет, нет. Экстракорпоральная система РПИК. Включаю поддержание циркуляции и оксигенации крови. Сеанс Чинг продолжен. Поддерживаю речевой аппарат через нейрошунт. Все в порядке? Да, все будет хорошо. Спутник покидает зону радиовидимости. Сеанс связи будет завершен меньше, чем через минуту. Лена, про курс я загружаю. Подождите. Лена, соберитесь. У нас больше не остается времени. Через минуту я уйду за горизонт. Сейчас я остановлю вашу машину и обновлю прошивку навигационного компьютера. Хорошо. До конца сеанса связи 30 секунд. Хорошо. Корневой доступ к системе разрешен. Загружаю прошивку. Соединение прекращено. Нет! Даня! Обновление завершено. Новый алгоритм уклонения загружен. Входящий спутниковый сигнал. Телеком лазер. Мощность 92, наклонение 5. Запрашиваю базу данных на РАД Аегис. Телеком спутник Релсат 4. Сеанс Чинг возобновлен. Привет. Окно сеанса связи приблизительно 7 минут. Привет. Я нашел чудом уцелевший спутник связи в зоне радиовидимости. Так что еще какое-то время мы вместе. В твоей машине теперь обновленный маневровый алгоритм. Она теперь будет уклоняться от снарядов, насколько это возможно. Это все, что я могу сделать. Лена, ваш единственный шанс – это база в секторе Z9. Она осталась последней. А почему вы так спокойны? Ну а что? Тут все понятно. Вы говорили, что военная медсестра. Академия Азимова? Да, да, Азимова. А что? Выпуск 2034-го? Да. Лена Спасова, да? Да. Что? Тони Харкурт? Энтони Джеймс Кингсли Харкурт. К вашим услугам. Привет. Ты знаешь Юру? На Фобусе в 39-м, 115-я инженерная. Один кислородный баллон сближает. Знаешь ли? Как он там? Его нет. Все будет хорошо. Да, конечно.
Помнишь лето 2033-го? Турнир. Да, да. Мы разгромили англичан 29-45. Британцы. Ты как всегда. А тем вечером? Да, тем самым вечером. Когда мы отмечали... Ну да, да, да. А потом, когда все ушли... А ты помнишь тир? Да. Где мы стреляли в зеленых человечков. Мы даже представить не могли, что будем воевать совсем не с ними. Как ты? Нормально. Куда-то еду. Смешно. Мы все еще на связи. Кажется, мое время никогда не закончится. Как то лето. Как то лето. Гигантские ветряки. Да, гигантские ветряки. Помнишь, как они гудели? Фу. 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 Перестали. И кучевые облака над западным склоном. Фу. 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 И воздушные акробаты на День цветов. Да и разряженные китайские студенты. И лето, которое никогда не вернется. Сеанс Чинг прерван. Повтор. Отказ. Отмена. Лето, которое никогда не вернется.